Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня поделюсь с вами, как быстро пожарить на сковороде вкусное, сочное куриное филе. Начинаю готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. На курином филе делаю разрезы вдоль и поперек. Смазываю куриное филе с двух сторон растительным маслом. В карри добавляю соль, все перемешиваю и смазываю смесью филе с двух сторон. Затем обваливаю филе в муке. Зубчики чеснока мелко измельчаю ножом. В жидкий мед добавляю соевый соус, у меня терияки. Вы же можете взять просто соевый соус. Все перемешиваю. На раскаленную сковороду выкладываю половину сливочного масла, а затем выкладываю куриное филе. Обжариваю куриное филе с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Добавляю в сковороду остальное сливочное масло и чеснок. Затем поливаю куриное филе с двух сторон медово-соевым соусом и еще немного его обжариваю. В общем, куриное филе у меня готовилось 10 минут. Куриное филе, приготовленное таким способом, на самом деле всегда получается очень сочным, вкусным и ароматным. На гарнир куриному мясу можно подать овощной салат, рис, картофель или пасту. Обязательно приготовьте куриное филе по моему рецепту. И я уверена, что это нежное, сочное, вкусное мясо не оставит вас равнодушными. Всем заранее приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всем хорошего и доброго, и до новых встреч!